Сукхам индриякам дайтья дехо йогена дехинам сарватра лабхати ясмад ятха дукхам аятнатаха. Сукхам индриякам дайтья дехо йогена дехинам сарватра лабхати ясмад ятха дукхам аятнатаха. Сисила бхакти сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что наслаждаться каким-то дешевым вожделением, то есть души, чтобы наслаждаться каким-то дешевым вожделением, они совершают самоубийство, они теряют золотую возможность в обмен на какие-то незначительные наслаждения. И из-за этой причины одна душа борется с другой, и таким образом все души, они заняты в погоне за какими-то материальными вещами, они не могут достичь чего-то более возвышенного, поскольку божественное, оно очень высоко, оно превосходно, оно великолепно, а обычные материалисты, они не могут видеть это, и они гонятся за какими-то дешевыми материальными вещами, и таким образом они теряют свою драгоценную возможность человеческой жизни. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он сокрушается об этом, он говорит, что они не могут понять настоящее значение своей жизни. Это очень опасно. Кто-то спрашивает, что саньяси брамачари, а кто-то говорит, что саньяси брамачари, они должны жить в лесу. Почему они живут в обществе? Почему они должны жить в лесу? Они должны медитировать на Верховного Господа и прочее, но они забывают, что Прахлад Махарадж сказал очень прекрасные слова. Прахлад Махарадж, он не эгоист. И поэтому Прахлад Махарадж говорит такие слова. Прахлад Махарадж говорит: «О Господь, я не эгоист, что я могу просто взять и уйти в какое-то уединенное место и заниматься там медитацией. Я думаю также об обусловленных душах, которые находятся в этом обусловленном мире, поскольку далеко не все могут понять главные принципы Гаудия-матха, поскольку Гаудия-матх так или иначе он хочет спасти всех обусловленных душ. Гаудия-матх, его цель очень высока. Обычные люди не могут понять все величие Гауди Матха и его цели. Прахлад Махарадж говорит, что я не хочу идти в какие-то уединенные места в лесу. Большинство риши муни не уходят в такие уединенные места, чтобы медитировать на Верховного Господа. Но я думаю о тех обусловленных душах, детях демонов, у них нет возможности избавиться от влияния этого материального мира. И я знаю, что нет никакого пути, кроме твоей милости, нет никакого пути, я знаю об этом. И в то же самое время я знаю, что твоя милость всегда исходит от преданного. Mercy of Supreme Lord not coming directly to you. Always coming through. Милость Верховного Господа, она не приходит непосредственно от Господа, а только от чистых гуру вайшнавов. Какие-то люди очень. Why those sannyasis brahmacharis staying in this society? They should leave.
какие-то люди, они говорят, что Саньяси Брамачари, им следовало бы отправиться в лес и жить там, но Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что Гуру Вайшнава живущие, почему Гуру Вайшнава, они живут здесь, поскольку в этом обществе жить более опасно, чем жить в лесу, как, например, в лесу есть какие-то опасные животные, но жить в человеческом обществе здесь гораздо более свирепые животные живут. Они гораздо более опаснее, чем те животные, которые живут в лесу. То есть, если в лесу животные не нас напали на кого-то, съели, и на этом все кончается, то в обществе не так. Disgusted, but they don't know why. They cannot go up to their point. Big problem. So actually, if we are always busy with this small thing, how we can observe Abhivaktiti, Tirovaktiti? Заняты какими-то мелкими вещами, как мы можем? Baba speaking. Abhivab, Tirovab. With dissatisfaction of our, что, чем, it's not possible to observe. Абирвад, тировад, явление или ухода вайшнавов, если мы хотим участвовать в Авирбаве или Тирабаве, Гуру Вайшнавов или Бхагавана, но для нас это невозможно. Если наше сердце полно неудовлетворения, нет удовлетворенности в наше сердце, и тогда Авирбав или Тирабав на санскрите называется Абав. Абав значит неудовлетворенность. Наше сердце не полностью, как сказать, удовлетворено. То есть, и тогда мы не можем участвовать по-настоящему в днях явления или ухода Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И Шрила Прахлад Махарадж говорит, он говорит перед детьми демонов: «О, друзья, смотрите, вы хотите получить какую-то радость в жизни, правильно? Но подумайте снова и снова о том, что каждую жизнь все души, они все получают наслаждение. Может быть, их настроение разное, но, то есть, точнее, у них разные объекты наслаждения, как у свиньи один объект наслаждения, у человека другой, но суть не меняется, они все материальны. Без материальных наслаждений никто не хочет жить в этом материальном мире. Почему? Поскольку они чувствуют какую-то радость, какую-то расу. Я уже много раз говорил, что есть прямая раса, есть косвенная. И прямая косвенная раса. Любая раса, прямая или косвенная, я имею в виду трансцендентная раса или материальная раса, все это исходит из Кришны. Источник всех рас – это Кришна. Любая раса, приходящая к вам, вся раса, она исходит из Кришны, расовой сах. И, о, дети демонов, в каждой жизни вы получите материальные наслаждения. И когда вы получаете это грубое тело, это значит, вы получили это тело для того, чтобы наслаждаться. Что? И так вы продолжаете наслаждаться. И получая материальные наслаждения, если
способ, чтобы получить удовлетворение от этих материальных наслаждений, а до сих пор никто не нашел такого. То есть смысл в том, что нельзя получить настоящее удовлетворение от материальных наслаждений. Сколько бы их ни было, то неудовлетворенность, она все равно остается. В Бхагаватам приводится пример, что если добавлять очищенное масло ги в огонь, то огонь только разгорается, он горит сильнее и сильнее. И, то есть если добавлять какие-то горючие вещества в огонь, этот огонь, он будет только разгораться, и глупо ожидать, что он потухнет. Это невозможно. И хотя органы чувств, они подобны сумасшедшим собакам, они всегда стремятся к наслаждению, и они никогда не удовлетворены. И поэтому перед Капилой Махараджем Девахути сказала, что мне надоело, я служила всем этим материальным органам чувств, но я чувствую, что это бесполезно, я не смогла удовлетворить их. О Господь, сейчас я пала в... Я попал во тьму, и кто же может спасти меня? Я попал во тьму, и кто может спасти меня? Прохлад Махарадж говорит, смотрите, в любой жизни вы можете получить наслаждение, может. В каждом теле разные виды наслаждения, но все не материальны. И поэтому для вас очень... А еще, может быть, какие-то материальные вещи приносят радость, а кому-то страдания. Например, кто-то любит мороз, а кто-то жару. Как можно видеть, кто-то любит зиму, а кто-то лето. Кто-то страдает зимой, а кто-то летом страдает от жары. А кто-то наслаждается морозом в зиму. То есть материальные вещи, они те же самые, они кому-то могут радость приносить, а кому-то страдания. И вот удовлетворение и неудовлетворение, они как-то... Зависит от нашего восприятия только. И материальные вещи, они также не постоянны. Сегодня они есть, а завтра их нет. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, что те наслаждения, они прекратятся. Они не вечны, они все временны. То есть любые вещи, все находящееся в этом материальном мире, оно все временно. И вот никто не хочет погружаться в... А никто не стремится к страданиям, но страдания сами по себе, они приходят в нашу жизнь, их не нужно звать, они сами приходят, никто не ожидает, не надеется, не зовет страдания в свою жизнь, но и согласно нашей карме, нашим предыдущим действиям, мы получаем либо наслаждение, либо страдания, никто не может избежать этого. И вот так или иначе мы должны превзойти этот материальный мир и
выйти из под его влияния, то есть, по крайней мере, мы должны избавиться от влияния этого материального мира, от материальных оков. Как в физике есть такое понятие, как смысл в том, чтобы если какая-то ракета, она, ей нужно выйти из-под влияния земного притяжения, нужно определить, как, развить какую-то, какое-то ускорение, с помощью которого она может превзойти земную гравитацию, поскольку если она не ускорится до того уровня, то она не сможет выйти из-за пределов земного притяжения. И вот смысл также в том, что мы должны также в своем баджане, мы должны выйти из-за пределов этого материального мира. But nobody like to get escape velocity. They are busy with material things, very small things always in fire. Но никто не хочет этим заниматься. Все, большинство людей заняты какими-то материальными вещами. Как же они могут ожидать достичь Голоки, чтобы обрести вечное служение? И вот в предыдущий день я говорил о том, что великие Махапуруши, те, они всегда заняты служением, они глубоко погружены в Кришна-лилу, и иногда они дают нам какие-то наставления прямо или косвенно. В тот день я говорил вам, что однажды один человек сказал, что я совершаю баджан. Я один? Нет. Я вот со своей женой совершаю баджан. Твоя жена отдельно с тобой живет? Нет, в другом баджан-кутире. А кто готовит? Жена все готовит, едим вместе. И вот Прабхуджи Махарадж спросил, чего что ел сегодня, а тот это человек, который там был, сказал, что ел баклажаны сегодня какой-то, мунгдал, и Бабаджи Махарадж сказал, как ты можешь есть, наслаждаясь этими баклажанами, если ты теряешь самое ценное в своей жизни. Как подобно тому, если какой-то человек потеряет свое богатство, то он уже не может есть, он сожалеет об этом. Think about that. My Guru Padma used to. If somebody fighting, then Guru must call him. Sit, my boy. You will have to think over and again about that. Tirandi Bhikshu. И мы должны снова и снова думать о примере того Триданди Бхикшу, который в Бхагаватам описывается. Вы помните, что с ним случилось? We are not going to recite Bhagavatam. Be careful. We want to get all the principle of Srimad Bhagavatam in apply. We want to see in applied form in our life. Мы не хотим просто читать Бхагаватам, а мы хотим видеть принципы Бхагаватам в практической форме. Это есть баджан. Все принципы Бхагаватам в практической форме мы должны применить в своей жизни, а не просто что-то запомнить, рассказать и получить награду за это. Нет, это не так. Нужно именно то, что говорится в Бхагаватам, в практической форме применить в своей жизни. И Гурупад Падма, он говорил, если мы беспокоимся, мы разгневаны на что-то, то мы всегда должны думать о том Триданди Бхикшу Саньяси, который описывается в Бхагаватам. Мы должны увеличить наше терпение. Тринада Писунична, а это не просто философия, она должна быть практически в нашей жизни. Во время Бхагаватам я говорил о том Триданди Бхикшу, что Триданди Бхикшу, он
was very miser, very close-fisted. Never want to spend even 1 rupees. Очень жаден. Он очень сильно экономил деньги. Его жены, дети, они были против него, они не любили его. Все родственники, они избегали его. И однажды, по милости Верховного Господа, а почему по милости? И все у него пропало, напали какие-то разбойники, ограбили его, и царь, это место, он еще пришел к нему, чтобы забрать налоги, и у него совсем ничего не осталось. И вот он так попал в океан проблем. Он плакал. И, но потом достаточно быстро он вспомнил, что это может быть милость Верховного Господа, поскольку почему я развил непривязанность внутри моего сердца. Когда я потерял мою собственность, то все мои члены моей семьи не оставили меня. Они не любят меня, поскольку у меня нет собственности. Я думаю, что это очень хорошо для меня. Это Господь организовал для меня, и он начал петь какую-то мантру. И вот эта мантра, которую он пел, она дается тем, кто получает настоящую саньясу. Для них это та самая мантра, которую Шри Чайтани Махапрабху в Чайтани Чайтамрите. Можно найти ее упоминание. Вот это мантра. На Бенгале. У нас есть достаточно времени, чтобы изучить Бенгали. И вот Махапрабху говорит, я принял саньясу для того, чтобы служить Верховному Господу всем своим сердцем. Это есть девиз саньяса враты. Не для того, чтобы принимать поклонение от кого-то и пожертвования, нет, это не цель саньяса. Шрила Вамана Госвами Махараджи говорил в последнюю часть своей жизни, он говорил, я хочу умереть не... Я хочу умереть так, чтобы меня никто не видел и не слышал. Он был саньяси высочайшего уровня, и поэтому он говорил так. Я хочу умереть невидимым и незнаемым. Я не хочу ваши пуджи. Я не хочу, чтобы вы поклонялись мне, только для того, чтобы воспевать славу Верховного Господа, Гуру и Вайшнавов. Это и есть мое служение. Гуру Махарадж сказал мне, что это мое служение, что воспевать славу великих Вайшнавов, Шрила Шанти Махараджа, Бхакти Нила Гири Махараджа и прочих. Мне Гурудев дал такое служение – воспевать славу Вайшнава, а не для того, чтобы зарабатывать какую-то славу. Проповедь, она может случиться автоматически, если мы утвердились в Ачароне Шри Чайтани Махапрабху. Это главное, что мы должны делать. И вот Тридандхи Бхикшу, он получил наказание от своего общества. Кто-то говорит какую-то ересь, кто-то оскорблял его, называл обманщиком и смеялся, что сейчас все у него пропало, и он саньясу из-за этого принял, но этот саньяси, он не обращал внимания на них. Он думал, что мне нужно развить терпение. Он страдал и думал, что это все Кришна организовал. Я должен страдать.
И второе, что сказал Брахма. Брахма сказал эти слова. То же самое. Кого же обвинять? Это мое собственное... Результат моих собственных действий, и я вынужден страдать из-за этого, та ситуация, в которой я нахожусь, это все случилось из-за моих прошлых действий, и некого обвинять. Очень прекрасный диалог там приводится. Внешне выглядит, что... Кто-то виноват из-за того, что я страдаю, но Шрила Прабхупад говорит, нет, никто не может заставить вас страдать. Внешне выглядит, что кто-то заставляет вас страдать, но это все в конечном итоге происходит только из-за ваших собственных прошлых действий. И Шрила Прабхупад говорит, что никто не может заставить нас страдать. Только мы сами. Бхагаван Шри Кришна говорит о Удаве, о Удава, когда кто-то говорит какую-то ересь о тебе, ты должен страдать, ты должен терпеть. Ты всегда должен думать, что это материальный звук. Материальный звук, он создан на материальном уровне, и там же он заканчивается, он не трансцендентный. Почему вы придаете значение этому? Почему вы гневаетесь? Бхагаван Шри Кришна говорит, о Удава, ты должен терпеть. Не, если кто-то оскорбляет себя, тебя, не нужно отвечать. Кришна дает. Какой совет? Как Шишупал, он 108 раз оскорблял Кришну, когда только Шишупал начал говорить, только он родился, только он научился говорить. Он, тогда он начал оскорблять Кришну, но Кришна ничего не говорил ему. Он дал обет, что я вот буду терпеть до какого-то уровня, а потом отвечу ему. И вот так он его оскорблял, и потом, когда это достигло определенного уровня, Кришна с ним покончил. Но это было подобно благословению Кришны. И вот перед тем, как говорить о Вирахататве, вначале мы должны думать о том, в каком положении мы находимся, что мы все души. Это наша главная. If you can realize this thing someday, automatically detachment can come. No fighting can be there. Это наша главная. No fighting. Отождествление. Если мы осознаем это, то мы увидим, что все находится в гармонии. No problem. И нет никаких проблем в этом. И что раньше я был глуп, я не видел этой гармонии. А в этом материальном мире все находится в гармонии. Нужно только увидеть это. И по милости Гуру Вайшнава можно открыть эту гармонию для себя. Что значит баджан? Баджан значит... Мы должны обнаружить. It is already there. It is the natural instinct of your jivatma to serve Bhagavan. Наше естественное положение – это служить Бхагавану, Шри Кришне. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что такое бхакти. Кто-то спросил, что такое бхакти, чтобы Шрила Прабхупад ответил буквально одним словом. И Шрила Прабхупад сказал, бхакти – это естественное
состояние души. Но сейчас мы находимся вне естественном положении, которое создала Майя, и обстановка, она не дает нам возможности сконцентрироваться на нашем объекте поклонения. И что же делать? И поэтому в начале всего основание должно быть, чтобы понять Гарха-таттву, что сегодня день ухода. Шрила Шраван Госвами Махараджа. Но я буду говорить о Вираха-таттве. Я думаю, если я смогу говорить о Вираха-таттве и вы осознаете это, то я буду очень доволен. И сегодня мой приход сюда будет успешен, если вы своим сердцем осознаете это. И в начале всего, что значит вираха? Перед тем, как говорить о вираха-таттве, мы должны знать главное, что это. И что значит эта формула? Мы должны помнить ее значение. Vishaya-sakta-chittanam Krishna-vesha-sudurataha in Sanskrit. Это на санскрите. Those who are busy with matter all the time, 24 hours, infinity prayer, for infinity prayer. Vishaya-sakta-chittanam Krishna-vesha-sudurataha. They cannot expect their mind can, you know, roam around the lotus feet of Krishna. Cannot expect. Подобно тому, как пчелы, они кружатся вокруг цветов. Этот цветок источает аромат, и там также есть мед, и поэтому пчелы, они кружатся вокруг цветка. И в Чайтанья Чаритамрите говорится: И Кришна Дас Кавираджа Госвами говорит: Си Чайтанна Падам Бхуджа Маду Пебхьо Намо Намаха. Что те, кто приходит к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, от них исходит чудесный аромат. И все эти пчелы, они приходят. Сами этих пчел не нужно приглашать. Они сами естественным образом прилетают, только потому, что они обретут нечто конкретное. Мед. И также в Чайтанья Чайтамрите Кришнадас Кавираджа Госвами говорит в этой шлоке, что те, кто пчелы, такие пчелы, которые слетаются и кружат вокруг лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, я приношу им свои поклоны, и они обретут, несомненно, нектар. Си Чайтанна Падам Бхуджа Маду Пебхьо Намо Намаха Маду Пебхьо Plural number Many butterfly Маду Пебхьо Маду Пебхьо значит много пчел. И почему они прилетели так или иначе? Они каким-то образом, если мы сможем принять прибежище у такой пчелы, то есть эти пчелы олицетворяют собой гуру вайшнавов. Что говорить о людях? Даже собака может получить путь к спасению. Вот сварга значит не только небеса.
Вот Махарадж поясняет сарго. На санскрите. Сарге. Сарго. Саргайо. Сармин. Сарга значит трансцендентные, какие-то некие трансцендентные планеты, где все преданные воспевают Уттамашлоку. If you go on singing about the glories of Chaitanya Mahaprabhu, если мы будем воспевать славу Шри Чайтаньи Махапрабху все время, no problem. То никакие проблемы не смогут затронуть нас. И решение всех проблем — это воспевать славу Верховного Господа. Сутоса бхумсам сучира самасьянан джоса сурир виритакто таттат гунану саванам мукунда падаравинда хидаешу яжешам падаравинда хидаешу яжешам. Those devotees, they are catching the преданные, которые приняли, а которые закрыли лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху в своем сердце, то они... То есть они подобны таким пчелам. И если мы хотим принять прибежище у такого парамахамцы, что говорить о нас с вами? Мы находимся в человеческом теле, но мы видим, даже собака может обрести освобождение и достичь Вайкунтхи, как собака Шивананда Сена, но мы не получаем вдохновения. А почему? Потому что не следуем должным образом, совершаем оскорбления, осознанно или неосознанно, и из-за наших оскорблений такое пассивное состояние возникает, и мы не можем осознать таких великих вещей. И первая формула в том, что если мы заняты материей, то мы не можем надеяться, что наш ум будет думать о Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот тот, чье сердце полно вожделения и материальных мыслей, тот, кто стремится к наслаждению, и если возникает какое-то препятствия в его наслаждениях, то этот человек будет воспрепятствовать. И вот перед тем, как говорить о Вирахитатве, я хочу сказать о том, что когда можно развить непривязанность и чувствовать это чувство непривязанности. И вот, например, если мы с кем-то общаемся, то у нас возникает чувство привязанности. Sangha is one kind of sangha. Secretly you are doing sangha. Not me? That's why Prabhupada speaking. You like to fly to forest? Foolish. If you go to forest, you are going to take your material with you in forest. Что если мы в таком состоянии мы отправимся в лес, то материальный ум он тоже отправится с нами. Если мы уйдем в лес, то вы соберете свой ум с вами. И этот ум очень опасен. Mano eva manusvanam, karanu sukho dukshayo. Материальный ум он ответственен за все, что происходит с нами, и если мы уйдем с общества и в какой-то лес, то ум он будет с нами. Хотя внешне можно наблюдать, что материи нет, но вся материя она находится в уме, подобно тому, как
В воде находятся миллионы всяких существ и подвижных частиц, и также в нашем уме то же самое. Если мы отправимся в лес этим материальным умом, то мы будем чувствовать и видеть только материю. Может, это материя не будет в физической форме вокруг вас, но в уме она будет. Если мы умом привязаны к этой материи, то это и есть привязанность. И убрав ее снаружи, мы ничего не достигнем. Может быть, вы помните, я слышал одну историю от Гуру Варги. И вот было два закадычных друга. Однажды один сказал другому, что я хочу отправиться в кино, хочу пойти. А другой сказал, что я не пойду, есть какой-то великий саду приезжает, я хочу пойти на его харикатху. И вот они были друзьями, но решили, что один к саду пойдет, другой к... Один в кино пойдет, другой к саду на харикатху. И вот, а тот, который пошел в кино, он думал, что нужно было к саду сходить вместо кино, и жалел. А тот, который пошел к саду, он не слушал этого саду, а только думал о кинотеатре, что надо было в кинотеатр пойти лучше. И вот так получилось, что... Смотрите, что получилось в итоге у них, хотя... То есть это говорит о том, что если у нас даже есть какая-то возможность, то из-за своей глупости можно ее упустить. И поэтому вся наша Гуруварга, я в следующий раз расскажу более подробно об этом. И что говорить о Гуруварге, даже Шри Чайтанья Махапрабху, он воплощение Випаламбхарасы. Шри Чайтанья Махапрабху, он воплощение Випаламбхарасы. Почему Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы показать это? И в этом материальном мире, если у нас есть какая-то связь с чем-то или с кем-то, если мы разлучены с этим объектом нашей привязанности, то мы вспоминаем, скорбим об этом. Например, если нашу дочь, скажем, выдали замуж, то мы скучаем по ней. Если какой-то друг отправился на работу в другую страну, мы тоже чувствуем разлуку. Я по себе знаю. Мне было около 15 лет назад, и вот не помню, когда точно. Я был занят публикацией книг, я был в Окле, в Рукма прессе, там Махарадж публиковал 9 книг. И вот в то время я очень внимательно редактировал эти книги. Я был на третьем этаже Шри Чайтанья Гаудиматха в Калькутте. Я очень внимательно, очень погруженно редактировал книги. Я был полностью погружен в редактирование книг, и какой-то преданный пришел, стоял в дверях долгое время, но я был погружен в книги и не замечал ничего. И вот потом когда я закончил, я посмотрел, что кто-то там стоит в дверях, я поздоровался с ним и спросил, вы чей ученик? Он сказал, что я ученик Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа. И откуда он приехал? Он сказал, вот оттуда. Один приехал или с женой?
И когда я спросил о его жене, он начал плакать. Очень навзрыд, он начал плакать навзрыд. Я был вынужден его утешить, почему он плачет. Но он сказал, вы как нечаянно напомнили мне о моей жене, она была настолько прекрасна. Настолько великолепно в нашем доме все преданные приходили, принимали просад, мы готовили, служили преданным. И однажды она умерла, заболела гепатитом Б и скончалась вскоре, я не смог спасти ее. Я готов потратить был все деньги, что у меня были, но я не смог защитить ее. И она уж умерла. Но так или иначе, она была в Вайшнаве. Но будьте внимательны, когда отец, мать, дочь, сестра или еще кто-то уходит из этого мира, мы печалимся. Иногда мы не можем потерпеть разлуку. Даже можно вспомнить, что пару лет назад я рассказал одну очень практическую историю, что один маленький мальчик 4-5 лет, его отец отправился в Бутан. И вот он. Он какую-то игрушку с Бутана привез для него. Этот ребенок, он очень был поглощен этой игрушкой. А не игрушка, а щенка какого-то привез ему с Бутана. И вот этот ребенок, когда пошел в то ли детский сад, то ли в школу, этот щенок заболел. Но ему сказали, что не проблема, щенок выздоровеет. И вот этот ребенок пришел из школы и ребенку сообщили, что его щенок помер. Ну, а ребенок как бы первый раз о смерти слышал и спросил, не понял, что случилось, как умер, что это такое. И вот он пришел и видит, что щенок, он как бы лежит в своем мешке, на мешковине. Он зовет его, этот щенок не отвечает. Долгое время он как-то пытался с ним что-то сделать. Мать говорит, иди поешь сначала, потом будешь с щенком возиться. Не сначала щенка там разбужу. И, в общем, этот ребенок пытался как-то разбудить щенка, но щенок был мертвый. И этот ребенок был так шокирован смертью своей собаки, что он... У него что-то с головой случилось, что он полусумасшедшим стал. И вот смотрите, из-за разлуки мы можем сойти с ума в этом материальном мире, но это сумасшествие не одобряется. Чем больше вы привязаны в этом материальном мире к каким-то кому-то или к чему-то, тем больше вы чувствуете болезнь. Тем больше вы, как сказать, тем хуже вам. Но в трансцендентном мире все наоборот. Если мы плачем о Кришне все время, это очень благоприятно для нас. Если я чувствую разлуку с Гурудевом, с Гурувагой, которые ушли из этого мира, кто защитит нас, кто утешит нас? Я помню, Гуру Махарадж, он гладил меня по голове и утешал, но нигде такой любви я никогда не чувствовал, ни от отца, ни от матери, как от Гурудева. Я в своей жизни никогда не могу отплатить ему, у меня ничего нету.
Все время я помню его любовь, его заботу. Он шутил со мной, смеялся. И я после того, как ушел Гурудев из этого мира, я не видел никого подобного. Но так или иначе, суть в том, что эта материальная разлука, она принесет нам только страдания. Материальная разлука, она принесет нам только страдания, и чем больше мы чувствуем материальную разлуку, тем больше мы погружаемся в материальный океан. Но в случае с трансцендентным все наоборот. Если мы чувствуем разлуку с Гуру и Вайшнавами, с Верховным Господом, это очень благодатно, это очень благоприятно, и поэтому я сказал вам, что Гаукишор Баба, он говорил тому человеку, как ты можешь просто брать и есть эти баклажаны, рис и мукдал, ты потерял все, что у тебя было. И что это Кришна? Мы потеряли Кришну, Кришна потерян из нашей жизни. Как мы можем дальше продолжать жить, как это возможно? Я лично знаю, один человек, он на биржевом рынке потерял 8 миллионов рупий. Он только новость услышал, что те акции, которые он купил, они упали в цене и умер от разрыва сердца. Вот так. Сразу как-то познал, что 8 миллионов он потерял и сразу умер от разрыва сердца. Поскольку что человек думал, что материя и я не отличная. Он думал, что деньги это все, без денег невозможно жить. Деньги для него были всем. Но Амбариш Махарадж не настолько глуп. Амбариш Махарадж повелевал всем миром, но не чувствовал никакой привязанности. Почему? А поскольку бхакти было в его сердце. Почему это невозможно для мужа контролировать свою семью, всю свою семью? Это, ну, достаточно часто бывает, что муж не может, что человека не слушается ни жена, ни дети, никто. А в то же самое время можно видеть, что Амбариш Махарадж, он повелевал всем миром, и никто не мог возразить ему. Я спрашивал многих ученых, почему Амбариш Махарадж повелевал всем миром, а вы... Свою семью даже не можете контролировать, вас никто не слушает. Я знаю одного учителя по математике из Бомбея. Вот он работал в Бомбее. И однажды пришел ко мне и начал жаловаться на свою жизнь. Он сказал: «О, Махарадж, моя жена кидает свои тапки в меня, и даже дочь замахивается тапком на меня». Почему? Поскольку я преданный. Они беспокоятся из-за этого. Они хотят побить меня, я знаю, вот здесь на этом доме. Один преданный посвящение получил от моего Гурудева, а его жена начала бить его палкой. Вот. Но все же так люди, несмотря на все страдания, все же живут семейной жизнью. И этот учитель математики, он, я видел во Вриндаване давно достаточно, лет 30 уже прошло. Я не помню, когда точно. Ну вот, и там.
Sometimes some more one pen I can take like Махараджа Парикаму предпочитает совершать один, либо с кем-то, в смысле с одним человеком, не больше, как Махапрабху делал, либо один, либо еще один кто-то с ним. So when I go to forest, I go alone, like madman. I can enjoy. If I give somebody Maharaj, I am very hungry. Wherever I get arrange, not always possible this way. Then master speaking. И вот этот учитель математики сказал, что одна, вот моя жена раком заболела, она попала в больницу. И у нее, в общем, какой-то смертельный рак был. И вот моя жена лежала на смертном одре, и я ходил два раза в день к ней в больницу, приносил еду ей, встречался с докторами, и доктора сказали, что вот больше она жить не будет. И так или иначе, моя жена узнала об этом, что она умрет. In front of me, she burst into tears and speaking. Начала плакать передо мной. Начала просить прощения. I have done all mistakes. Что я так много ошибок совершила. Прости меня, пожалуйста. Я такое же наказание получаю. You have done right. You have done. Ты все правильно делал. Ты Кришна Баджан совершаешь. Тебе все хорошо. И в последний момент только перед смертью она признала это и умерла. И до тех пор, пока мы не получим серьезное наказание, мы обусловные души, мы не сможем принять этого. Я говорил уже, что мой Гурудев говорил, что наказание – это одно из благословений Кришны. Как в случае с Тиданди Бикшу, он осознал это, что все, когда он все потерял, только тогда он осознал. И вот, когда он принял саньясу, весь день он потратил на прошение подаяния, начал готовить рис на каком-то берегу какой-то реки, и вот, а там эти какие-то мальчики пришли и насали на его эту еду. Но этот саньяси бикшу, он ничего не сказал, поскольку саньяса значит контролировать свою речь. И прочее. И если мы, например, but still you need restriction. Still you need restriction. If you have severe karma, you can get Durga Darshan. No, not possible. Still. Но если мы совершаем какой-то баджан, везде свои правила и предписания есть. Yes. Даже если Дурги поклоняться, там тоже есть определенные правила. И вот думайте, до какого уровня мы должны возвыситься, чтобы всему это следовать. И вот смотрите, перед Капилой, его мать, она также плакала. И вот сейчас можно понять, что разлука Вираха – это разлука – это часто встречается, мы часто встречаемся с разлукой, но это разлука, которая присутствует в материальном мире, она не одобряется. И какая вираха одобряется, смотрите. Апракрита вираха. Апракрита вираха, она может освободить нас от материального рабства. То есть то же самое чувство разлуки, которое может нас поместить в океан страданий, и та же самая вираха, но в связи с Верховным Господом, она освободит нас. И поэтому мы соблюдаем вираху.
Вираха Махотсавы, Гуру и Вайшнавов. Иногда Бхактивинод Такур уходит. То есть иногда мы соблюдаем Вираха Титхи, Шрилы Бхактивинод Такура или прочих Вайшнавов. Вираха Таттва – это нечто великолепное, что же. Но что говорить о вайшнавах, даже какие-то материальные поэты, они тоже говорят о Вирахататве. Почему Бхактивинода Такура говорит нам изучать читание Бхагавата? Шрила Прабхупад никогда не говорил изучать Махабхарату. Почему? Какая причина? Махабхарата, она хороша, но это Джая Гранта. Махабхарата, Рамаяна, это все Джая Гранти. Then we can jai, we can say, well, jai mean victory. Что значит jai? Jai значит победа. Jai значит Рамаяна, то есть победа над этим материальным миром. Но все же Шрила Прабхупад никогда не советовал нам изучать Махабхарату. Почему? Поскольку вы можете не понять. Лучше, если вы будете изучать жизнеписание Гуру и Вайшнавов. Это более практично. Если вы будете изучать жизнеписание Гуру и Вайшнавов, то очень быстро мы можем обрести то, к чему стремятся очень и очень долгое время. То есть Шрути, Шрути, Смрити, Пураны и прочее, они не получают ни капли нектара, премы. Очень тяжело. И поэтому в Садгасвами Аштаке мы находим такие слова. Why? У Госвами есть своя сила. То есть Госвами, они спахтали океан Писаний и извлекли суть сливки из всего, из Гит, из Бхагавата, из Веданты и прочих Писаний. И Бхактивинода Такура, он написал комментарии на Веданту, которые еще не опубликованы, они просто великолепные. И Бхактивинода Такура, каждый шаг, он хотел прославить Нама-таттву, он хотел описать Нама-таттву в каждой сутре Веданты, но это было не закончено и не опубликовано. Но так или иначе, у нас есть Харинама Чинтамани. Мы очень удачливы, мы получили Харинама Чинтамани. Харинама Чинтамани – это объяснение Нама-таттвы. Трансцендентной Нама-таттвы. Даже Так или иначе, я смог опубликовать вот эту книгу о Шриле Бхактивинода Такуре. Чаттодер Бхактивинод, так книга называлась. Это Бхактивинод для студентов. Что-то написал, и Махарадж это опубликовал. Это очень прекрасная книга, хотя она мала по размеру, на Бенгале. Это жизнеописание Шрилы Бхактивинода Такура. И вот смотрите. День явления или день ухода, если мы хотим соблюдать его, то тогда будьте внимательны.
Мы не должны быть у нас никакого неудовлетворения в нашем сердце. Мы можем получить милость какую-то, но если мы хотим полностью участвовать в тирабхаве или авирбхаве, у нас не должно быть никакого неудовлетворения в нашем сердце. То есть мы должны чувствовать это чувство, что Шрила Бхактивинода Тхакур ушел, его больше нет с нами, но мы также можем найти его в его наставлениях, поскольку что такое жизнь Шрила Бхактивинода Тхакура, это его сиддханта, его ачаран, все это можно найти в практической форме. Многие думают, что Шрила Бхактивинода Тхакура родился там, отца так звали, мать так, учился там, женился там, это история все. Но настоящее жизнеописание – это настоящая жизнь Шрила Бхактивинода Тхакура, его сиддханта, его татва, его учение. Гуру Вайшнавы хотел знать его сердце, и это есть настоящее участие в Вирахататве, в Вираха Махотсаве или в Дне Явления. Гуру и Вайшнавы, они организовали для нас Вирахатитхи. И это такая система, что почему это так сделано. Вирахатитхи существует для того, чтобы дать нам полное благословение, чтобы мы смогли освободиться. Гуру Вайшнавы, они организовали это Вираха Титхи не для того, чтобы принести нам проблемы какие-то, совершенно не для этого. Вираха значит это разлука. То есть это какое-то страдание в одном смысле, но внутри этого страдания, вирахи, какой-то нектар содержится. Я могу пример привести. В вашей деревне, на какой-то деревне организовали пение Рамаяны. Практический пример. Я был ребенком, я видел. В каком-то городе организовали Рамаяна Ган какой-то, и тот человек, Анаят Банду, его звали, он пел Рамаяну очень красиво. Вы хотя, может, материалист, у вас, вы можете сидеть и смотреть. Он как бы не вайшнав, но следует каким-то правилам и предписаниям. И он насколько как это все хорошо рассказывает, что когда мне было всего 8 лет, я так заслушался, я чувствовал себя, что я уже нахожусь там вместе с Рамой. То есть, смотрите, этот материальный человек просто... У него работа такая, воспевать Рамаяну, но настолько прекрасно и сладко он ее воспевает, что мы вынуждены плакать, когда Сита Деви и Рамачанда отправляются в ссылку в лес, когда и прочее. И в то время я даже я плакал, и даже не я, а все присутствующие, и даже Гор Кишордас Бабаджи Махарадж, вот такой случай был, что какой-то человек слушал Вамбама, спросил, можно ли ему пойти слушать Брахмагиту в Навадвипу, он сказал, что нет, не стоит, что там... Что там... Бабаджи Махарадж говорит, что там не Харикатха, там говорят только деньги, деньги, деньги. И нет там никакой Харикатхи, и это место осквернено. Нужно 20 футов земли вырыть, выкинуть и замостить новой глиной из Ганги. И Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж лучше нас знает, но этот человек говорил, смотрите, они же плачут.
тот человек, который рассказывал Бхагавад-гиту, они не знают ни татвы, ни сиддханты, ничего, а все же плачут. Почему? Не только из-за этого, даже на следующий день, если или на следующей неделе это опять Рамайна или другая, как сказать, постановка случится, вы пригласите своих друзей посмотреть, то... Смотрите, если вы даже плачете, видя такую, так сказать, театральную подстановку, то какое-то чувство счастья также есть там. Но это не сравнить с трансцендентным. Если случай с гопи, с Радхарани, когда Кришна уходит, они чувствуют разлуку, но внутри этой разлуки есть также какое-то нектарное чувство. Но материальные люди не могут этого видеть. Иногда мы видим, что Шрила Прабхупада, он говорит харикатху, и он пытается сдержать свои чувства, и Махапрабху также. Когда Махапрабху практически, он чуть не расплакался, но он сдерживался, поскольку рядом присутствовали посторонние люди. И вот в этой шлоке на Бенгале говорится, что если есть какие-то посторонние люди, то не стоит при них выражать свои чувства. Махапрабху, он чуть не расплакался, но он сдержался, поскольку было много посторонних, и перед посторонними людьми мы не можем выставлять свои, показывать свои чувства. И поэтому... Говорится так, что и так Шрила Прабхупад, когда он говорил харикатху, он если были какие-то посторонние люди, он сдерживался. That's why Gopisabha point out, you are losing your property, vast power, everything lost. Why you are taking brinjal fry and mugad dal so nicely and enjoying your life? Foolish. You are not crying. Everything lost in your life. Krishna lost. Eh? We should learn from Gopisar Baba. We should learn from Prabhupada. We should learn from Gopikas. Oh, they are night, they are crying. No. Мы должны принять пример Шрилы Прабхупады, гопи Радхарани. То есть они плачут, когда Кришны нету. А когда Радхарани встречается с Кришной, она еще больше плачет. Почему? Поскольку Кришна пришел, но она плачет больше. Почему? Кришна сейчас с нами. Может, в следующий момент мы можем потерять Кришну. Кришна, он подобен драгоценнейшему камню. Сейчас я встретила Кришну, я знаю, но почему я плачу? Кришна, вот он с тобой. Да, сейчас он со мной, но через секунду он может пропасть. И Бхагаван Шри Кришна говорит: о, Удав, что же сказать? Пальма. Plumti, sometimes talviksha, tamalviksha, sometimes tamalviksha, sometimes talviksha, tamalviksha. Embrace and I get Krishna. Oh, I'm so happy. It's Krishna. It is a mood of, you know, separation, love. It's, you know, heavy. So you see, if you have sufficient kripa, и вот, если у нас есть достаточно милости, почему? Если мы будем изучать книги и просто что-то запоминать, Гопи Шодас Бабджи Махарадж говорит, что глупые люди приходят ко мне. Конечно, они могут пойти на рынок купить книгу «Желание Ламани» и прочее. Но можно купить книги, если у нас есть деньги, но где они могут обрести чувство бхаву, где они могут получить бхаву?
это на рынке не продается. Чувства на рынке не продаются, продаются книги. Но чувства, которые описываются в этих книгах, их нету. И вот мы должны зависеть от гуру и вайшнавов, тех, кто, у кого есть такое чувство. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такой пример в Джавадхарме. Два облака в дождливый сезон, если они рядом плывут по небесам, если они близко, они пролетают близко друг с другом, то случается молния и происходит обмен зарядами, и молния случается, огромные молнии. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такой же пример. И вот подобно тому, как два облака не соприкасаются, они меняются зарядами, и возникает гром и молния, молния и гром. И также Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если у вас есть возможность служить Рупануга Саду, если у вас есть возможность, если вы достаточно удачливы, чтобы встретить Рупануга Саду, будьте уверены, если вы не обманщик, вы на 100% искренне и следуете шаг за шагом, то будьте уверены, сегодня или завтра у вас будет такая возможность служить такому возвышенному саду, и вы, несомненно, обретете это чувство. Поскольку бхакти, оно подобно заразной болезни. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом, вы не можете купить ее на базаре, вы можете купить какие-то книги, но чувство, оно очень редко. И чувство можно обрести только от гуру вайшнавов, а и ниоткуда еще. Под именем Рагануга Баджана. Если мы ездим туда и сюда, то мы можем пасть в итоге, кто может сказать, кто истинен, а кто нет. И очень важно для нас. И вот гуру и вайшнавы, они организовали Вирахатитхи для того, чтобы мы получили какое-то нектарное чувство. Шрила Бхактивинода Тхакур ушел из этого мира, Шрила Прабхупада тоже ушел из этого мира, оставил нас одних. У нас есть такая разлука с ними, но все же у нас есть возможность изучать их Сиддханту, Татву, их учение, и это есть их трансцендентное тело Ванисваруп. У нас есть возможность изучать это Ванисварупа. Вот Шрила Сиддхартха Госвами в Прабхупада Аштаке говорится, что когда Хари Киртана и Харикатха, они приняли форму Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати, Крипая Хари Киртана Мурти Дарам, когда Хари Киртан, он принял Мурти форму трансцендентное тело. Хари Киртан принял трансцендентное тело Шрилы Прабхупады. Это есть Вани Сварупа Шрилы Прабхупады. А многие спорят, борются за какую-то собственность. Какие-то материальные объекты оставлены. Великое сокровище ждет нас. Мы очень удачливы, поскольку мы из Гаудия Матха, и в то же самое время мы очень неудачливы, что мы не можем соприкоснуться с тем нектаром. Шрила Шанта Госвами Махарадж приводил такой пример. О, мои дети, смотрите, мы нашли, например, лотосный цветок, медовый цветок лотоса. И Шрила Шанта Госвами Махарадж говорил, смотрите, вы где-то нашли лотосный мед, мед из лотосов. А, даже не мед из лотосов, а... Сейчас, да, все-таки этот...
мед из лотосов, и уже пчелы на него летят, и в этот мед поместили в стеклянную банку. И, эти пчелы, они летят, они садятся на банку, они лежат эту банку, но они не получают вкуса меда, поскольку они сидят на банке и лежат именно банку, а не мед. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж приводит такой простой пример для простых людей. И он говорит, что все пытаются совершать баджан, но с нектаром, с медом никто не соприкасается, поскольку между нами и медом стекло майи. И это стекло майи, оно не позволяет нам прикоснуться к этому нектару. Но мы можем, я сидя на Вьясасане, я обещаю вам, что это возможно. Но из-за того, что майя между нами и нектаром, то это сложно. Но так или иначе, если вы искренне совершаете баджан, то сегодня или завтра я обещаю вам, вы сможете соприкоснуться с этим нектаром. Пытайтесь терпеть. Может, вы страдаете, но вы должны это терпеть, развить вашу терпимость. Может, кто-то беспокоит нас, но мы должны терпеть это. Но Let them go. It is, you know, positive point for me. Follow what I say. When totally negative point is there, if you can search positive point, that is called Vaikuntha Darshan. Что такое Вайкунха Даршан? Это если мы из негативной ситуации можем извлечь что-то хорошее, что-то положительное. Тогда это зовется Вайкунха Даршаном. Шрила Кешав Госвами Махарадж говорил. Хотя полностью мы видим что-то плохое, а из какой-то плохой ситуации мы можем извлечь хорошее, то это зовется Вайкунха Даршанам. Мы должны чувствовать, что мы не будем вечно находиться в этом материальном мире. Может, у нас какое-то богатство здесь есть, но это богатство не может защитить нас. Уверенности оно не даст в жизни. Я знаю одного богатого человека, он был очень богат, он в Джаландаре живет. Когда бы я туда не приезжал, меня всегда приглашали в его дом, но я никогда не хожу в чьи-то дома и не принимаю просад там. После того, как мне Гурудев это сказал, я это не делаю, но меня приглашают, так или иначе. Он ученик Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, но я тут вынужден был пойти к нему домой. Я не был готов что-то принять, но... И вот мне сказали, что... My sister developing brain cancer. If you can come and sing some glorious Bhagavatam. И вот Махараджа, в общем, пригласили к ним домой, у его сестры, ну, этого человека. We can arrange all same thing, you know. I cannot stay in your family. Сестра заболела раком мозга. All same thing, no. It is all totally separate. Nobody can go to you. See, still I cannot stay. I can stay instead anyway, I can see. They tried their best to give. И вот эти люди, они пытались вывести, то есть свою родственницу, в общем, пытались вылечить этого человека. Во всех странах доктора говорили, что нужно только зависеть от милости Господа. Они сделать ничего не могут. И вот они хотели меня пригласить, и Бхакти Вигьяна Бхарати Махараджа. Ну, Asan, you can see by his blessing, you can go on speaking.
I told I can think about that. Ну так, так или иначе, в общем, Бхакти Махараджи и Бабаджи Махараджи пригласили туда, и через несколько дней эта сестра их умерла. И к чему это пример? Что эти люди очень богаты, они могли позволить себе любую, как сказать, любого доктора, но никто не смог вылечить. Их родственницу. Golden, silver, they are rich, put. So rich man. То есть они очень богаты, даже просад гостям раздают на золотых тарелках, но они не смогли защитить свою родственницу. И суть этого в том, что деньги — это не все. Когда вы сможете почувствовать, что я нахожусь в океане страданий, поскольку я не обрел Кришна Прему, это моя единственная собственность. Когда Шри Чайтанья Махапрабху учит нас, говорит нам, что что наша единственная собственность — это Кришна Према. Кришна Прама — это все, к чему мы должны стремиться. И подобно тому, как Шукадев Госвами сказал Парикшиту, что нужно думать, что мы в любой момент можем умереть, и тогда настоящая непривязанность возникнет в нашем сердце. You know, what Madhavendra Guru was, I can go on speaking. Maybe two, three, you know, Harikatha, I can go on speaking this. Still, I am not satisfied. So, all the time. Tvam tu Rajan Marishyeti Achintaya. Hey, Rajan, you think over and again. Он говорил, о царе, думай о том, что ты в любой момент можешь умереть. О царь, думай об этом. Да, и он думал. Но смотрите, когда Бхагавад Катха закончилась, Шукадев Госвами, его Гурудев, он сказал, о, ученик, то есть, можем видеть вот на примере Шукадева Госвами, он был настоящим гуру садгуру, а Парикшит Махарадж, соответственно, садшиша, настоящим учеником. Anadi Nidhanam Harim. Ah, you describe all nice things. О, Гурудев, ты настолько много рассказал. И вот когда Гурудев говорил об этом, вот Шукадев Госвами, он сказал, о царь, сначала я сказал тебе думать о том, что ты умрешь, но сейчас я говорю тебе, о царь. О, царь, это концепция животного. Думать о том, что ты умрешь. Как? Перед началом Бхагаватам ты сказал, что я думал о том, что я могу умереть в любой момент. Да, я сказал тогда. Но сейчас Бхагаватам закончилось, ты слушал Бхагаватам, да. И поэтому я говорю эти слова. You are speaking about that Hari, nectarian blessings, you know. That's why I'm speaking. И вот Парикшит Махарадж, не думай, что ты умрешь, поскольку душа, она никогда не умрет. После того, как мы слушали Бхагаватам, Бхагават Катху, я не могу ожидать то, что вы умрете. Вы можете оставить свое тело, но такое чувство, что вы умрете, если вы по-настоящему слушали Бхагаватам, не будет, поскольку в Бхагавад-гите говорится, подобно тому, как если у вас порвалась одежда, вы берете, одеваете новую
а когда сносилась та одежда, вы новую берете. И подобно этому, после того, как вы слушали Бхагаватам, вы боитесь смерти, это глупо. Это концепция, подобно сознанию животного. Bipriṣṭa jīva sayamayam apramatyo. I told you, no? Cut. Gyanasīna, one short of knowledge. So, the bondage is there, deep-rooted. Somehow you have to cut this life. Don't miss this life. В этой жизни мы должны это сделать, поскольку в следующей жизни мы не знаем, что случится. Если мы получили такую великую возможность в этой жизни, то нужно ей воспользоваться. Нет никакой гарантии, что в следующей жизни мы сможем что-то сделать. Нужно сделать либо умереть, продолжать совершать баджан с раннего утра, с трех утра, не отдыхайте. Если вы отдыхаете, то это ваш отдых тоже должен быть вашим баджаном. Гуру Вайшнавы, когда не отдыхают, это тоже их баджан. Будьте внимательны. И вот о Вирахататве можно помнить, что Харидас Такур, когда ушел, какая Вирахараса была там. Вы можете помнить, снова и снова можно помнить об этом. Вирахататва, она может помочь нам возвыситься. Вирахататва, она настолько великолепна, Вирахараса, она может помочь нам возвыситься на тот превосходный уровень. Можно помнить Харидас Такура. Когда он ушел, Махапрабху плакал, все преданные плакали, они не могли остановиться. И когда Махапрабху даже попросил позволения у Махапрабху, чтобы он благословил его, я думаю, что ты уйдешь из этого материального мира. Я думаю, что ты закончишь свою лилу, но благослови меня, чтобы я не видел лилу твоего ухода. И Махапрабху, слыша слова Харидаса, Харидас сказал, что я чувствую, что скоро ты оставишь этот мир. Я думаю, я чувствую внутри моего сердца, что ты оставишь этот материальный мир очень скоро, но благослови меня, чтобы я не видел лилу твоего ухода. Я хочу уйти перед тобой. И Махапрабху начал плакать. Почему? Вместе с тобой я наслаждаюсь Санкиртаны, но Харидас сказал о Махапрабху, бесконечное число душ, таких, как я в этом мире, и если я уйду, то какая потеря от этого? И, о Господи, благослови меня, чтобы я смог уйти раньше тебя. И Махапрабху сказал, я не могу потерпеть разлуку с тобой, поскольку все связано с тобой, но все же ты просишь меня. И я думаю, Кришна даст тебе исполнение твоего желания. Ты являешь такую лилу. И я думаю, Кришна даст такую возможность. И после этого Харидас Такур сказал, в тот момент, когда я оставлю свое тело, мне нужно две вещи. Первое, я хочу видеть твои лотосные уста. И второе, я хочу держать твои лотосные стопы на моей груди. Я никогда ничего не просил у тебя, это моя последняя просьба. Я хочу поместить твои лотосные стопы на мою грудь и смотреть на твои лотосные уста.
My tongue can speak. И я буду повторять Шри Кришна Чайтанья, и с этими словами я хочу оставить мое тело. Пожалуйста, благослови меня. И в следующий день Махапрабху пришел. Махапрабху спросил, что случилось, Харидас. Все хорошо, но я не могу закончить мой обетованный обет святых имен. И Махапрабху сказал, ты намачарья, в чем проблема, можешь меньше повторить. Но Харидас Такур сказал, что не может он меньше повторять. И тогда он получил то благословение, которое он просил. Махапрабху пришел к нему, поставил свои лотосные стопы на его грудь. И Харидас Тагор повторил Шри Кришна Чайтанья и оставил тело. Махапрабху начал плакать, видя это. Он взял трансцендентное тело Харидас Такура и начал танцевать с ним. И началась великая санкиртана, все плакали, но все же мы хотим плакать ради Кришны, мы хотим плакать ради вайшнавов, но мы не можем, и поэтому мы неудачливы. Махапрабху говорит эти слова. Харидас Такур. Они взяли Харидас Такура и понесли в океан. Там омыли Харидас Такура в океанской воде. И Махапрабху сказал, о, океан, и ты так стал с лучшим из мест паломничества, поскольку сегодня ты прикоснулся к лотосным стопам Харидас Такура. И он своими собственными руками он выкопал самадхи для Харидас Такура. И они поместили его в эту самадхи, засыпали песком, посадили туласи над самадхи Харидас Такура и пошли просить в Джагнат храм. Средств Махапрасад для праздников в честь ухода Харидас Такура. Саруб Гасай сказал, что все готовы, иди бери. Кто же мог отказать Махапрабху, сам Рахилешвар? Он пошел просить прасад у служителей Джаганатха, и они дали все, что ему нужно было. So this Karuna Rasa, Viraha Rasa, вот это Karuna Rasa, Viraha Rasa, она очень важна. I know have some reason why you are suffering, but you should adjust. All Prabhupada used to say, all proper adjustment. All proper adjustment means everything you should see to engage everything, all articles, everybody in Krishna Seva. Говорил, что нужно занять все, что у нас есть в служении Кришне. Все, что у нас есть, все мы должны занять в служении Кришне. И тогда очень скоро мы сможем почувствовать Вираха Раса. Sridhar Goswami Maharaj, Sridhar Bhakti Kusum Samam Goswami Maharaj, at the same time today is Mokshada Akadashi. Сегодня Мокшада Экадаши, день ухода Бхакти Шраван.